Видал я много уродов, но таких ни разу. Да что за ебанина такая? Эти твари тут везде! Никогда я не встречал подобных чудовищ. Как думаешь, кто эти твари? Знаешь, понятия не имею. Я их не спросил. А ты? Я не знаю, кто они. Я должен быть у себя дома. С сыном. Да уж, семья — это все. Я не должен был ехать. У него день рождения. Ой-ё. И вправду не должен был. Сколько ему? Он уже мнит себя мужчиной. Хотя он только мальчик. Ему 18. Ого. Круто. Круто. Значит так. Лучший твой подарок ему – это выжить и вернуться. Только эта мысль ведет меня. Раз уж мы в аду, давай познакомимся, что ли? Никей, сержант. Салим Осман, лейтенант. Армия Ирака. Шукран нихуя. Ястреб 2-1, Ястребу 3, как слышно? Слышу тебя хорошо. Вижу вас еще чуть-чуть. Я рядом, прием. Идем к тебе. Твоим друзьям лучше не дурить. Предлагаю заверить, что его не тронут. Слушай, доверься мне. Тебя не тронут. Брось оружие, живо! Уберите от меня автоматы, вы все! Так, погодите, всем успокоиться! Он нам не враг! Я не хочу тебе вреда! Не совершай ошибку, солдат, опусти оружие сейчас же! Нет, давай сначала ты! Брось оружие, или мы стреляем! Ты слышал? Живо бросай оружие! Я слишком далеко зашел, чтобы умереть от рук американца! Ладно, все. Нет смысла воевать. Хватит. Как по мне, надо вышибить тебе мозги. Это ничего не изменит. Я так и останусь в аду. Не искушай. Возвращаемся в храм. Вяжи его. Будет дергаться. Стреляй. После всего, что было, удружил. Это правда. Боже. Что это за тварь? Глянешь, и очко сжимается. Эй, вы вместе ее завалили? Мы бились вместе и победили. Позже. План накрылся. Что бы ни случилось с Джоуи, он мертв, и неизвестно, сколько тут этих тварей. Думаю, надо вернуться в храм, отдохнуть. По-моему, это лучший план за день.
Как хочешь. Расскажи все, что знаешь об этих существах. Ты их уже видел? Знаешь, откуда они? Сколько их внизу? Надеюсь, ты веруешь, брат. Когда монстры вернутся, тебе понадобится защита высших сил. Это полковник Эрик Кинг, военно-воздушные силы США. Главный инженер-ядерщик иракской разведгруппы. Мой приказ — отыскать здесь химоружие. Отряд обнаружил нечто странное. Я начинаю вскрытие неопознанной формы жизни. Рванет. Последний. Это затормозит их. Успеем их на камерах засечь. Надо растяжку обновить. Помоги. Мы уже не раз оказывались в жопе. Но не такой глубокой. Если придется сражаться, я рад, что рядом будешь ты. Я тебя всегда прикрою, друг. Так и знай. Чего? Если хотел что-то сказать, говори. Эрик знает о тебе и Рэйчел? Да мне насрать. Да ладно, хорош, Ник. Мы оба знаем, что это не так. Что будет, когда Эрик узнает, что ты спал с его женой? Женой? Ты думаешь, у них был типа нормальный брак? Не. Эта херня закончилась задолго до меня. К тому же, если знает, то он прекрасно это скрывает, мать его. Позаботься, чтобы Эрик не узнал. Нам тут нахуй не нужна еще одна драма. Я не буду комментировать. Он не вынесет, если что. Он еще не отошел от того, что стало с Рэйчел. Думаешь, я отошел? Нихера себе. Да уж. Да, сколько таких мест мы разбомбили без раздумий. В руинах они смотрятся лучше. Да что с тобой? Не эти люди войну начали. Да ты защищаешь врага, сержант? Мы оба в курсе, что не все они враги. Блядь, Джейсон! Это из-за той девки на КП? Черт, Ник, ну сколько можно? Мы думали, у нее бомба. А это была сумка с продуктами. Пиздец. Гибель девчонки тебя сильно задела. Да, именно так оно и есть. А тебя разве нет? Рэгбист главному ястребу. Как у вас прием? Это главный 2-1. На камерах чисто, дыры заделали. Прием. Прекрасно. Теперь осмотрите восточный коридор. Прием.
Вас понял. Конец связи. Рост существа примерно 8 футов, 2 ноги, крылья. Перепонки крыльев крепятся к передним конечностям и пальцам рук. Эпидермис смазан какими-то выделениями, кажется. Внутри оно словно больно. После смерти оно быстро разлагается. Рэгбист, это главный ястреб 2-1. Мы у восточного прохода. Прием. Вижу вас. Черт, этим дверям досталось. Твари, похоже, сюда все силы бросили. А тот, кто здесь стрелял, сумел их сдержать. Пока на него не напали со спины. Значит, они не тупые, хищники. Спорим, они могут снова вернуться сюда и пробиться. Так, по заданию нужно устроить надежное укрытие в храме. Если мы с вами это сделаем, то, в общем-то, можно попробовать дать бой вот этим тварям. Ну что ж, давайте изучим здесь все, что нам попадется. Ближе к аду я еще не был. Его как будто высушили. Наверное, исследователь. Это, ребята, бескровленный труп. А вот и новое видение. Растяжка. Блин. Ну, как говорится, будем с вами это иметь в виду. Так, здесь у нас еще один труп. И какой-то кол. Нихуя, это за что ей так? Бля, кол прям в сердце загнали. Полагаю, это были не твари. Но кто? Не знаю. Баффи? Кто? Да Баффи, Баффи это была. Может, заберем его? Ну, давай возьмем. Острый кол в хозяйстве пригодится, так? И страница дневника Рэндальфа. Проделав дыру в скале, мы обнаружили врата в странный подземный мир. Снизу исходило зловещее мерцающее свечение, озарившее всех нас. Леди Брэдшоу настояла на том, чтобы мы спускались дальше. Возможно, Мэри права, и Брэдшоу становится безрассудной и неуправляемой. Но я не могу перестать думать о том, что находится там, внизу. Сейчас мы вместе с Кроу и Пульманом устанавливаем лебедку и подъемник для спуска в шахту. Интересно, что за тайны скрыты в бездне, куда никогда не проникал солнечный свет? Что это? Они здесь нашли что-то странное. Да, реально.
Итак, ну что еще тут у нас есть? Там мы с вами по кругу прошли. Ну, пойдем сюда тогда. Говно. Что там? Ничего, чтобы нам пригодилось. Красота. Ты глянь. Ну, такая штука висела на шее у чувака в начале игры. Мне сейчас даже на драгоценности короны насрать. Класс. Хорошее место для заряда. Этим уродам снизу точно придется здесь пролезть. Ставлю заряды. Да. И на эти столбы, чтобы охват был больше. Так проще заметить растяжки. Думаешь, они знают, что это такое? Лучше не рисковать. Заминируем стены. Так легче их накрыть. Меньше разброса, зато лучше спрятано. Ну что? Отдавай-ка у стены. Эти твари коварные уёбки. Ты прав. Разместим заряды ближе к стенам. Ладно, застанем их врасплох. Я слышу, как ты думаешь. В чем дело? Надо было стрелять в воздух. Бля, вот зачем я спросил? Может, хватит уже об этом? Да? А что тут скажешь? Ты знаешь, тот КП был главной целью смертников. Пришлось действовать быстро, принять решение. Но мы ошиблись. Почему никто не говорит, как есть? Все придумывают себе оправдания. Мы ведь потому и сели в эту песочницу. Я хочу правды, Джейсон. Не могу я забыть, как она погибла. Хочешь сказать, у тебя все по-другому, а? Мы ошиблись. Если выберемся, будем жить с этим. А если умрем здесь, может, нам так и надо? Рэйчел помогла мне начать жить заново. Утром у меня было будущее. Но даже она врала. По крайней мере, Эрику. Мне жаль, Ник. Правда. Готово. Рэгбист, это главный ястреб 2-1. Мы на лестнице, ведущей вниз в лабиринт. Ждем приказа, прием. Вас понял. Отступайте и оцепите периметр. Конец связи. Закрепи тут камеру и пойдем назад. Ну, что сказать? Я чертовски рад, что Рэйчел у нас живая.
Короче, нам нужно выбраться из этой расселины и отыскать союзников. Не к добру это. Но, к сожалению, ребятки, не все так просто. Давайте я сюда сначала подойду. Надеюсь, меня никто не тронет. Так, какой-то пропуск. Там был еще указан год. 1979. Нет, туда я не пойду. Это, как вы понимаете, шлем у нас. Причем древний. Так, давайте на всякий случай сюда. Мне хоть и страшно, но нам тут посмотреть все надо. Ну, сейчас будем читать и смотреть. Декабря. Боже, прости нас. Много дней мы изучали это мертвое безмолвное царство и погребенные в нем отродья. И теперь этот ужас настиг мою дорогую Мэри. Кроу нашел ее без сознания в зале звезд. Кругом были разбросаны записи. Он отнес ее на склад и положил в одну из камер. Я сообщил Брэдшоу о произошедшем. Но она отказалась раскрыть, над чем Мэри работала там, внизу. Когда я умывал лицо жены, она начала метаться в жару и лихорадочно бредить. Я намерен не спускать с нее глаз. Молюсь, чтобы ее лихорадка спала, и мы смогли покинуть это проклятое место. Давай, идем вперед. Причем понимаю то, что одна из этих тварей где-то там под водой плавает. Позади нас. Что за... Так, ну, ну вот теперь точно надо побыстрее нам отсюда валить. Иначе будет очередная неприятность. Что это за свет? Капец. Да, интересно, что это такое. Какая-то зарисовка у нас. Это вампир. А здесь описывается слюна этих существ.
Блин, я это слышу, но оглядываться не буду, ребят. Ну быстрее, Рэйчел, быстрее! Ладно, посмотрим. Ой! Уже здесь! Да притопи ты, господи! На какую кнопку бежать. Ну, живо! У существа мощные когти и клыки из огрубелой неопознанной ткани. Два резца сильно деформированы и обесцвечены. Выглядит инородно. Окружающее существо мембрана берет начало у него во рту. Кровь ни на что не похожа. Теперь посмотрю на жидкости под ультрафиолетом. Эй, дать совет? Ты упустил шанс. Да, но дело в том, что демоны не любят солнечный свет. Так что ты лучше поаккуратней с этой лампой. Я сказал тихо. Ой. Стоять! Колчик, это вы? Черт. Вроде ведет наружу. Вдруг сможем подключить радио и послать соц. Попробуем. Шансов мало. Мы даже не знаем, есть ли наверху работающий передатчик. Но куда-то же эти провода идут? Думаешь, пашут? Ну, похоже, просто зацепились. Что-то мне не хочется туда лезть, чтобы... Какого хера, Джоуи? Блядь, Джоуи, это я! Ugh!
Боже мой! Шевелись. Здесь опасно. Знала, что ты... Дерусь? Да, я тоже. Что это было? Не знаю. Но оно здесь не одно. Где ты была? Одна из этих тварей схватила меня и притащила сюда умирать. Блять. И это еще мягко сказано. Меня спасло чудо. Ты с ученым говоришь. Чудес не бывает. Лучше скажи спасибо за помощь. Да, конечно, спасибо. О чем речь? Я благодарна. Спасибо. Semper Fi. Надо выбраться из этой дыры. Хм, здесь ты пряталась? Оружие есть? А, я не мешаю? Мне нужны батарейки для фонаря. Могла бы и спросить, что не пришло в голову. Сильно болит? Да. А, сильно. Можешь не дергаться? Спасибо. Я видела такое в домах пастухов. Они явно давно живут в этой долине. Есть путь. Но нам не по зубам. Не влезем. Зацепиться не за что. Найдем способ. Как знала, что ты так скажешь. Я ходила на альпинизм. Я нас вытащу. Ты как? Сейчас. Минуту. Ладно, не умрем. Это не точно. Ох, ну и вид у тебя. Вот спасибо, Рэйчел. Не думала мотивационные лекции вести. Серьезно, все хорошо? Отлично. Только тупее вопроса я в своей жизни не слышала. Что, решила устроить мне бойкот? А что тебе сказать? Не знаю. Хочется как-то отвлечься от этого места. Ладно. Почему ты стала физиком? В смысле, ну... Что, по мне не скажешь? Ну да.
Что, мне нужно одеваться по-задротски? Я не об этом. Просто не тот типаж. Никто не ожидал, что я могу связать жизнь с наукой. Нашла свое. Об этом я кое-что знаю. Да ну. Альфа-сукой быть сложно. Думаешь, я добилась всего улыбкой и добрым словом? А я-то думала, ЦРУшникам все на блюдечки приносят. Блюдечки? Да я жопу рвала. Думаешь, мне есть дело до кличек? Да для меня это сраный знак почета. Мне столько говна пришлось разгрести, чтобы выйти на этот уровень. Да? Интересно, что за уровень? Ну, если честно, это еще одна куча говна. Мы с тобой вообще похожи. Стремились к цели и делали все, чтобы ее достичь. Это нормально? Нормально. Лариса, что с тобой сделали? Рэйчел, не бросай меня здесь одну! Блин, ну вообще, вот такой вариант. Нет, не подходи ближе. Что со мной такое? Останься со мной. Ничего не обещаем. Ничего не обещаю. Слушай, с тобой что-то происходит. Что с тобой сделали? Наверху есть лекарства. Они помогут, но надо спешить. Ну! Руку. Нам нужно на ту сторону. Тут нет шансов. Не время сдаваться. Нужно перемахнуть. Веревка порвется. Стой! Ты правда веришь, что лекарства помогут? Ну, вообще, по чесноку сомневаюсь. Мы слишком мало о них знаем. Не надо, Рэйчел. Мне-то не гони. Шансов мало. От правды не легче. Если вдруг я превращусь, просто убей меня. Послушай, сегодня ты не умрешь. Ты в это веришь? Да, блядь, я верю. Помочь или оставить? Все-таки склоняюсь вот к этому варианту, ребят. Может, лучше не стоит? В смысле? Давай уже! Я не смогу.
Где та бойбаба, что спасла меня? Ты справишься, Клариса! Не опускай руки! Тебе и так досталось. Застрянешь со мной, тебе конец!